Месяц назад решил купить себе новый автомобиль и, соответственно, решил убить двух зайцев. Это взять себе автомобиль и под свое день рождения отпраздновать в Орске со своими родными и близкими. Соответственно, мне там мой друг хороший помог взять в лизинг машину на свою организацию, меня это устраивало. И в итоге, когда я созвонился с Toyota Орск, они пообещали, что 10 числа машина будет у них, и я смогу 12 числа в понедельник взять ее и забрать на свой день рождения. Вот именно так хотел, вот именно подарок, потому что сам себе на день рождения решил сделать. И взял билеты, потому что мне заверили, что все будет вовремя, все будет хорошо. Потом мне отзвонился руководитель отдела продаж с Toyota и сказал, что на неделю машина задерживается. Ну, не получается там доставить вовремя. Было решено сразу же взять и новые билеты. Дождался я в четверга, вот в этот четверг он мне подтвердил, в 6 часов вечера сказал: «Максим, так, мол, так, точно будет у нас машина в Орске 19 числа, 20 числа мы готовы тебе ее отдать, ПТС будет, все будет». Соответственно, я купил у нас в четверг уже новые билеты. В этот раз я не нашел хорошего рейса до Орска, чтобы у меня была маленькая стыковка, потому что надо лететь, получается, в Сочи, Москва и Орск. В итоге я взял билеты в Сочи, Москва, Оренбург. Там договорился, друг должен был меня встретить, и он меня должен был отвезти. Что касается этой ситуации, здесь, в принципе, тоже друг меня должен был встретить. Он знал, что я должен был прилететь 11 февраля на свой день рождения, чтобы мы взяли там, где-то отметили, хорошо посидели. И вот он мне и позвонил, когда я был на лыжах сегодня, да, на Красной Поляне. И позвонил, сказал, ну, я думал, что он надо мной стебается, ну, мало ли что просто. Потом, когда уже в фуникулёре уже ехали, в кабинке вышел в интернет, посмотрел, что такая вот ситуация. Ну и опять же, прочитал новость и просто посмотрел этот самолет, посмотрел вот эти стечения обстоятельств. Я просто написал комментарий, что, ну, как есть, что должен был лететь, не полетел. И вот, не знаю, такая ситуация получилась. Кто-то там говорит, там в рубашке родился или еще что-нибудь. Да нет, на самом деле нет, не в рубашке родился. И здесь я просто всегда по жизни действую так, если что-то там препятствуется, это не значит, что я беру и бросаю. Я понимаю, что, значит, это не мое. Я всегда беру эту ситуацию, отпускаю. И здесь то же самое. Ну, не получилось на свой день рождения. Вы видите, да, вот я сегодня день рождения, там нету там никакого алкоголя, ничего. Я там взял просто, поехал там, спортом занялся и так далее. Сейчас еду на встречу с клиентом, еду в аэропорт. Поэтому для меня день рождения, как бы, это не такой там праздник. Единственное, что это был повод взять и увидеть своих родных и близких. Вот это вот я хотел сделать и хочу сделать. Только вот ради этого я как бы готов. Ну и опять же, ситуация дает моменты задуматься, что жизнь у нас не такая сладкая, не такая длинная, как хочется. Поэтому для себя еще раз выводы сделал. Меньше рисков всевозможных, не стоит рисковать. И с теми же самыми самолетами. С самолетами у нас не очень хорошие отношения. За последние месяцы я летал 6 раз, и из них 4 раза очень тяжело. То мы приземлялись в Москву очень тяжело, то мы на взлетной полосе сидели 2,5 часа. Понимаю прекрасно, что в этом не вина там аэропорта, не вина там какой-то компании. Здесь много таких факторов, в том числе и погода и тому подобное. Поэтому вот тоже задают вопрос там, там, ты там не вернул деньги. Ну, ребят, ну, я думаю, что никому не секрет, когда вы бронируете, да, вот делаете бронь там через любое приложение, там у вас четко написано, если вдруг вы не попали на рейс, никакие там вам деньги возвращаться не будет. Я поэтому в этом отношении не имею претензий никаким компаниям, никаким там продавцам. Я сам, когда беру билет, я соглашаюсь на эти условия. А есть, конечно, дополнительные возможности, там, страховку там заплатить или еще что-нибудь. Я на это не иду, потому что идет резкое удорожание, билет может возрасти в 2 раза. И я стараюсь делать так, чтобы... Не потому что я страховку не хочу, потому что я считаю, в любом случае, даже если наступит страховой случай, мне от этого легче не станет. Поэтому я принципиально страховками, ну, такими не пользуюсь. И после этого случая я все равно страховками пользоваться не буду, потому что... Страховка – это просто, не знаю, там какое-то смягчение. А вот тем людям, вот вы сейчас ко мне поднимались и видели, я стоял с соседом разговаривал. Этот сосед с Орска,
Я ему продавал здесь квартиру в этом доме. Он переехал сюда год назад, там, благодаря тому, что как бы здесь я переехал. И у него вот как раз вот, у него погиб в этом самолете его племянник. Поэтому я ему тоже предложил, как бы, говорю, давайте в Орск поедем вместе, обратно я там вас бесплатно на машине довезу, без проблем, как бы, если скажет, то мы с ним поедем. Потому что, еще раз повторюсь, как бы это трагедия, я не считаю, что там надо праздновать или еще что-нибудь, это получится пир на костях. Поэтому я день рождения, конечно, сегодня праздновать не буду, и на этой неделе не буду праздновать. А уже когда прилечу в Орск, то в кругу семьи мы просто возьмем и посидим. Ну, то есть полет вам предстоит все равно, да? Да, полет предстоит. И, ну, если так вот брать, ну, некоторых людей сосулька убивает, некоторые там под машину попадают, некоторые в аварии. Я, ну, как бы, здесь у нас можно в стакане воды захлебнуться. Я поэтому думаю, судьба, вот, если тебе дано судьбой, да, что там как бы от нее не убежишь. Я так думаю, не знаю, может, у вас другая точка зрения. Ну, вы испытали какой-то шок, когда вы прочитали, что сильная новость вот такая? Конечно, мне неприятно. У меня в Орске очень много друзей, тем более там 71 человек. У меня там очень много друзей осталось, очень много знакомых. И опять же, как я это узнал, потому что у меня сейчас, вот мы с вами ведем эфир, у меня два телефона, они просто половину поздравляют, половину узнают, там, живой, здоровый, где нахожусь, как нахожусь. Поэтому уже на Ютубе вышел у себя на канале, взял там небольшой видеоролик, написал, что все, жив-здоров, на Красной Поляне я был. И все, как бы, потому что вот сейчас вот даже, вот видите, как у нас звонки, 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 звонки. А так, конечно, я соболезнования, говорю, я тем более не ожидал, вот у меня, говорю, сосед, и у него там в этой катастрофе погиб племянник. Вы это все прекрасно видели. Когда вы отказались от полета? Сколько дней? Я отказался от полета недельки две назад еще, когда, ну, знал, что вовремя машина не придет. Просто я знал, что точно она 10 числа не придет, а потом только нужно было определиться, когда она точно придет. Поэтому отказался. Ну, знаете, как бы я, ну, я не скажу, что там мне легко деньги зарабатываются. Да нет, конечно, тяжело деньги зарабатываются, но я не считаю, что... Я считаю, что это моя халатность, потому что я взял, купил билеты, не убедился, и не буду предъявлять Тойоте там. Но они тоже как бы от них не все зависит, потому что сам работаю в сфере продаж и понимаю, не всегда все зависит от продавцов, не всегда все зависит там от руководителя или еще что-нибудь. Есть много у нас факторов, поэтому... В данный момент они, наоборот, даже, да, где-то спасли, можно сказать, жизнь. Да, мне позвонил руководитель отдела продаж, поздравил с днем рождения, говорит, у него там в голосе дрожь, он говорит, Макс, ты же должен был прилететь на этом самолете. Я говорю, ну ты же, говорю, сказал, что ты мне машину не отдашь. Он говорит, я думал, ты там недельку возьмешь, отдохнешь, говорит, просто, говорит, мы тоже сейчас сидим, говорит, на измене. Я говорю, не переживайте, все нормально, как бы все, что не делается, делается для чего-то. Я вообще по жизни оптимист, и поэтому я думаю, если в жизни что-то происходит, даже что-то плохое, главное в плохое это не в депрессию не погружаться, а брать из этой ситуации урок и уже сделать так, чтобы больше такого не повторялось.